Химия – это наука о веществах, их свойствах, строении и превращении. Необходимо также различать химические и физические явления. В химических явлениях происходит превращение одного вещества в другое. Например, гниение листьев – это химическое явление. Скисание, например, молока – тоже химическое явление. Горение – это химическое явление. Замерзание, плавление, кипение – это физические явления. Важной темой за 8 класс является такая тема, как валентность. Это способность атомов образовывать определенное число химических связей с таким же атомом или с другими. Валентность бывает постоянная и переменная. Также в 8 классе вы научитесь или уже научились определять валентность элементов по формулам веществ и составлять формулы веществ по валентности. Это очень важно, это есть на моем канале. Ну и здесь в конце видео я тоже это покажу. Также необходимо уметь считать молекулярную массу. Это сумма относительных атомных масс элементов. В конце видео покажу как. Необходимо знать, что молярная масса численно равна молекулярной. Молярная масса нам необходима для того, чтобы осуществлять расчеты при решении задач. Также необходимо уметь решать задачи на избыток и недостаток. Это типовые задачи. И находить массовую долю растворенного вещества в растворе. Это тоже есть такая тема за 8 класс. На что бы я еще обратила внимание? Очень важная тема химия 8 класс – это основные классы неорганических соединений. Напомню, к ним относятся оксиды – это соединение элементов с кислородом, основания – кислоты и соли. Вот смотрите, вот так вот. МР обозначается молекулярная масса, и она численно равна молярной. Как посчитать молекулярную массу воды? Это сумма относительных атомных масс водорода и кислорода. При этом относительные атомные массы указаны в таблице в ячейке элемента, и мы округляем всегда относительную атомную массу. Исключение для хлора мы берем 35,5. Относительная атомная масса водорода 1, умножаем на 2, это число атомов водорода. Относительная атомная масса кислорода 16, значит, молекулярная масса воды равна 18.